Ну что, Макс, тебе сколько лет? 11. Ну, почти 12. Уже, в принципе, после 10 можно доверить немножко покататься на ватрушке. Плавать умеешь? Да. Один из самых первых, так сказать, пунктов. Второй, обязательно спасательный жилет. Хорошо застегивай, потому что если вдруг ты вылетишь с ватрушки, должен, ну, не испугаться, и жилет тебя спасет. Желательно знать акваторию, чтобы ни на что не напороться. И смотри, ватрушка. Ватрушка очень большая, она тебя выдержит. И, в принципе, ты можешь держаться больше всего посередине. Если ты вдруг вылетишь, забраться на нее тебе будет тяжело. Поэтому попытаешься, конечно, вот так, нужно подцепить под себя. Если не получится, я подплыву к тебе, и ты на лодку залезешь, а с лодки уже на ватрушку. Держаться обязательно. Вот они, впереди ручки, за них, да? Если вдруг захочешь, можешь держаться, тебе будет удобнее вот здесь. Можешь менять позиции. Лежа на животике, да, вот, и держишься руками. Если захочешь сесть, просто придерживаешься за вот эти и переворачиваешься. Садишься вот сюда попкой и дальше едешь, держишься за вот эти ручки. Я буду тебе говорить, вот это значит поворот, да, в одну сторону или в другую. Но ты сам поймешь, когда лодка начнет заворачивать. Если вдруг тебе что-то не понравится, ты всегда можешь скрестить руки. Вот так, да? А это можно оторвать руки от рук. Да-да-да, ну ты сядешь посерединке, ты поймешь, что она хорошо держит и тебя, в принципе, никуда не выкинет. Вот. Покажешь так, что все, останавливаемся. Если вдруг ты видишь, что что-то вообще не так происходит и тебя куда-то наклонило, просто убираешь руки, никогда вот так, главное, не делай, вот, не запихивай туда, потому что тогда не сможешь, да, лодка ватрушка перевернется, у тебя они будут там запутаются, ты не сможешь, да, ничего сделать. Всегда просто спрыгивай с нее и все. Ты в воде сам по себе. Тебя подберу. Ну что, готов? Угу. Давай. Вот ватрушечка. Я придержу. Прям вот. Запрыгивай на нее. Не-не. Всегда лежи. Ты хотел первый раз и сразу стоя? Прям, да, прям вот ложись. А когда ты будешь начинать меня таскать, то... Очень-очень маленькая скорость. Да, и смотри, тебя я вытащу на глиссер вообще без проблем. Но ты смотри, перед тобой, когда я буду разгоняться, образуется волна, да? Ты ее не пугайся и ногами не тормози. Ты чуть-чуть ближе подтянись, и когда выйдешь на скорость, на глиссер, да, на скольжение прямо по глади воды, ты уже отклонишься, куда тебе надо, перевернешься. Покажи, как ты будешь вот садиться. Так. Да, да. Вот. Ну, я, мне кажется, не буду. А зачем ему садиться? Будешь, будешь. Пробуй разные позиции для себя. Вот, вот. Молодец, молодец. И самое главное, когда мы будем заворачивать, а заворачивать мы будем, у тебя скорость будет еще больше. Не пугайся ее и просто хорошо держись. Хорошо? Угу. Все. Первое катание. Скажи привет. Глиссер вообще. Легкотня, да? На четверти газа. Но сначала я его покатаю медленно.
Horses come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. There's a family happening. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Какие ощущения, парень? Вообще классно, прям супер, понравилось. Руки не болят? Нет. Ноги не болят? Нет. Заболят еще. Осмелел и решил присесть даже, смотрю, да, посередине катания. Да. Молодчина, вообще великолепно. Что больше понравилось? Это на волнах попрыгиваем. А в поворот? В поворотах тоже. Скорость больше была? Да, побольше. Да, но я тебя сильно так не захотел пока первый раз сразу в поворот закидывать, но ты очень легенький. Поэтому это лодка вообще на максимальном. Ну, я включал на максимум только вот когда мы выходили, потому что мотору тяжело тебя вот вытягивать. Ты, получается, каждый раз давишь меня назад. Хорошо, отлично. Следующая мадемуазель. Туда, обратно. Поворот очень легкий. Ладно. Пошло, да? Да. Как ощущения? Следующий катающийся. Готова? Hello, my friends. All right. Let's go. Смело, да? Расправь веревку. Нет, ты держишься левой рукой. Да-да-да, сбрось ее. Она первый раз катается, наверное, года за два, за три. Поэтому давай сначала не будем резко давать, да? Как твои покатушки? Покатушки классные, но когда идешь в поворот, это, конечно, страшновато. А что страшновато? У тебя не было вообще ни намека на то, что ты вылетишь или там перевернешься? Я понимаю, и плавать умею, но все равно у тебя очень серьезные повороты. Ну, довольно? Ну, довольно, конечно. Ну, залазь, меня покатаешь. Я покатаюсь? Да, я сейчас буду пытаться, пока хорошая, да. Погода, гладкая вода. Попытаюсь на ногах заходить в поворот. Это мое любимое сейчас.
Ты вот лучше вот здесь вот запрыгай. Почему-то волнение так поднялось. Ой. Фу, как. Щеки трясутся. Ура. Ты прям так резко начала заворачивать. Я не успеваю. Я на волне все еще нахожусь, а потом меня резко дергает. И я держусь этими руками за эту леску. Ох, вылетаю. Она несколько раз отрывалась. Мне казалось, я там на одном кончике держался. Кайф. Ну, а теперь пора водички попить, набрать на нашем броничке там. И пора домой собираться. Может, обратно меня там еще потом прокатишь, потому что движок уже сожрал много бензина. Хватило бы, чтобы обратно доплыть, не на веслах. Ну, а то долго нам идти на веслах-то? На веслах? 45 минут. Да это вообще, 15-18 минут. А ты знаешь, после того, как на я моторе. Хожу на веслах. Побывав в Велигоже, мы не можем так, чтобы не заехать и не навестить наш родничок здоровья с купелюшкой. Мягкий, блин!
Вот хорошо. Вот хорошо. Отлично.